so I'll be there. Доброе всем утречко. Сегодня 26 декабря. Вот такой вот утречко пасмурное. Сейчас мы с вами пойдем на наш первый завтрак. Посмотрим, что же подают на завтрак в отеле Орхид. Это ресепшн отеля Орхид. А это импровизация ресторана. Тут же в фойе. А вот, собственно, и завтрак. Чай и тосты с джемом. Что ж, позавтракали, идем посмотрим букетинги. Вот эта мечеть стоит почти у моих окон, и каждое утро без 10:06 начинают свои молитвы. На этом перекрестке встречаются все основные маршруты, предназначенные для туристов. А вот таким образом здесь борются с мусором. Сейчас я попробую найти каньон, знаменитый каньон Букитинги. Букитинги находится между гор, поэтому панорама здесь такая, что со всех сторон городок окружает горы. Здесь есть такие вот указатели, по которым можно сориентироваться, куда же идти дальше. В Букитинге, как и у нас, есть вот такие вот стихийные рыночки, которые находятся прямо на проезжей части и открываются рано утром, когда еще транспорт не очень-то ездит по таких вот улочках. Вот это старые постройки в Букитинге. Вот так вот выглядит одна из второстепенных улиц Букитинги, идущая к каньону. Идущая к каньону согласно знака. Купился на тот знак и пошел не по тому маршруту, который нашел в интернете, а по маршруту, который указал мне указатель. Посмотрим, куда он приведет. Как и в Берастаге, очень популярны здесь вот такие вот повозочки. Они здесь так же, как такси. По-видимому, здесь очень много живет китайцев или жило, потому что здесь постройки, по крайней мере, очень много мне пока что попадается в китайском стиле. Ну и напоминает, конечно же, это стиль батацкий. Вот такие вот постройки. Ну что ж, пока что городок Букитинги из себя ничего не представляет. Отдельные его районы вот позначены такими вот памятниками архитектуры. Живут в этом городке в основном мусульмане. Почти на каждой улице здесь стоят вот такие вот мечети. Ну, они разные, есть побольше, есть поменьше. Но их здесь великое множество. А вот это привет вам из 90-х наших, когда Советский Союз распался и массово начали заниматься предпринимательством. Вот эта мечеть, пример, называется Аль-Мутаквин. Вот вам, пожалуйста, как подтверждение, еще одна мусульманская мечеть, буквально километрах 30 от предыдущей. Ну вот, мы дошли до сих пор. Указатель ведет, наверное, для тех, кто ездит на автомобильчике. Так как мы на автомобильчике не едем, то вернемся обратно и пойдем тем путем, который указан у меня в
интернете. А вот, кстати, на противоположной стороне Букитинги есть вот такая вот горочка, которая сейчас также покрыта туманом. Мы сейчас с вами вернемся на то место, с которого на... Ну, не все в Букитинге так страшно. Есть и вот такие вот, например, домики. И вот такие. Так что не все здесь так. Вот мы вернулись на прежнее место. И сейчас пойдем по маршруту, который был указан в интернете. Ну что ж, эта дорожка намного живописнее. Возможно, мы идем правильно. Возможно, мы идем в правильном направлении. В Букитинге мне не удастся, конечно, совершить все то, что я хотел. А я хотел посетить вулкан Мерапи, отправиться еще к одному вулканическому озеру. Лишь потому, что у меня немного... Мои расходы превысили мои ожидания, поэтому я вышел немножко за рамки бюджета. Поэтому вспоминаем Орел и Решку, рюкзачок, я и отдых по Бедному. Буду бродить по улицам до 29 декабря и искать достопримечательности пешим шагом. Ни к озеру, ни к Мерапи мы уже не попадем с вами. Кстати, это ущелье напоминает ущелье на Бали в Убуде, когда я был. Также в скале шла дорожка, которая была покрыта джунглями. Что ж, посмотрим, что там. Вот. Есть здесь такие туннельчики. Не знаю, правда, для чего он сделан. Возможно, здесь какая-то коммуникация была, а возможно, просто канализация. Вот такие вот здесь есть ущелья, по которым течет мини-мини-мини водопадик. Мы сейчас будем идти к каньону. Ну вот так вот выглядит каньон. Еще не дойдя до него, это, скажем так, начало его. А вот это, наверное, эти катакомбы представлены так. Да, это и есть катакомбы, только с этой стороны. Они сейчас заперты. Вот такой вот декор сделан в начале этих катакомб. Цену катакомб я пока не знаю, поэтому еще не решил, пойдем мы на них или нет. Также я не знаю цену входа в зоопарк Букитинги. Также выясню и потом вам скажу, пойдем мы в зоопарк или... Есть здесь такая вот лестница, наверное, для того, чтобы посмотреть достопримечательность. Сейчас поднимемся на ее. Чего-то никто не хочет подниматься на эту лестницу, только я. Но ничего страшного, посмотрим, что же с нее видно такого. Она совсем небольшая, тем более мои ноги уже заскучали за такими ступенями. Нужно пойти и посмотреть. Ну вот. Видно каньон. Правда, я еще пока что не поднялся полностью на ступеньки. Внизу бегают обезьянки. Но мы сейчас поднимемся повыше. И тогда с вами точно выясним, что же там находится. Возможно, это какой-то платный аттракцион. Видите? Оказывается, тропинка обманчива. Она идет куда-то ввысь. Вот, значит, мы пока что поднимаемся по этим самым ступенькам.
Здесь такие вот древние бамбуковые заросли. Вот мне дали такой вот билетик на посещение, значит, пещер, самого каньона и еще чего-то, я не понял, правда, чего. Вот так вот выглядит каньон. К нему уже сделаны тропиночки бетонированные, то есть цивилизация, и вы можете пройти к ним. Он совсем маленький. Ну, полазим, посмотрим. А это вот представлено кладбище. Вот такое вот оно здесь. Древние кладбища. Если посмотреть на дату, то это времена как раз войны. Даты смерти этих людей датируются 48-49 годом. На горе, где я сейчас нахожусь, есть довольно много смотровых площадочек. И вот я сейчас на одной из них. Каньон. Сейчас мы пойдем с вами налево, посмотрим, что там, потом направо. Пока что здесь очень много магазинчиков. Вот здесь вот есть какая-то проходная. Не знаю, куда она ведет. Наверное, внутрь сюда. Здесь вот такая вот территория. Ага, это здесь представлена панорама каньона. Вот так она выглядит. Нашел я туристическую карту города Букитинги. Вот так она здесь представлена. Что здесь можно посмотреть? Пока что здесь вот небольшая такая парковая территория. Сейчас мы пройдем по верхней ее части, а потом спустимся в нижнюю. Здесь защитники Букитинги. Ну, мы пока пробежимся по верхней части, а потом спустимся вниз. А, вот, кстати, вот это так называемые пещеры. Мы туда сейчас спустимся и посмотрим, что же они с собой представляют. Есть здесь место для игры детей. Даже есть здесь указатель, показывающий, что и где находится. Вот. Здесь указывается, кто где находится. Пойдем к пещерам. Попутно снимаем вид на каньон. Сейчас спускаемся, посмотрим, что же такого в этих пещерках. Здесь устроили такую вот продажу масок. Спускаемся сейчас в пещеры, посмотрим, что же здесь такого классного. Во времена войны эти пещеры построили японские солдаты для себя. Значит, вот мы опустились на нижний ярус этих пещер. Сейчас посмотрим, что же здесь такого интересного. Пока что разные подсветочки. Центральный коридорчик. От него уходит
разветвление. Пойдем посмотрим, в принципе. Вот первое из разветвлений. Куда оно ведет? Здесь некий лабиринт. Вот он привел нас в параллельный коридор. Здесь есть двери, но они все закрыты. Вот есть такие вот камеры, которые, через которые можно пройти на параллельную улицу, скажем так. Их здесь несколько. Идем с поворотом налево. Здесь есть дорожные указатели, которые показывают, куда же идти. Давайте пойдем по ним, посмотрим, куда они приведут нас. Пока что это такая бродилка. Сейчас поворачиваем снова налево. Дапур Пенчарай. Идем по этому Папуру. А вот, кстати, это одно из тех мест, которые выводят наружу из этого ущелья, из этой горы, вернее. Ну, конечно же, они все сейчас замурованы, закрыты, но я вам просто покажу для интереса, что собой представляют вот эти вот выходы. Когда-то здесь была партизанщина, и они все прятались вот в таких вот пещерках. Вот выход на улицу, но он заблокирован. Вот в таких вот маленьких комнатках мучились или жили. Я вообще не читал ничего об этом месте туристическом буклете, поэтому не знаю, что это за комната, что она собой представляет. Это то ли тюрьма, короче, то ли здесь жили партизаны. Ну, скорее всего, похоже на тюрьму. Тюрьму, в которой были заточены люди, которые боролись за свободу. Наверное, будет так правильно. Вот дорожка выводит куда-то наружу. Пойдем посмотрим. Этот туннель вывел меня к обрыву над каньоном. Короче, вы видели, куда выходит этот выход. Он ведет в никуда. Если вы хотите покончить жизнью, то вам, конечно же, сюда. А мы с вами возвращаемся обратно. Очень плохо, что все надписи здесь сделаны на индонезийском, и непонятно, что же на самом деле здесь находится.
Ну вот, просто побродил, побродил. Возвращаюсь. Такие себе пещерки. В интернете почитаем, что же это такое. Почитал в интернете, оказывается, здесь жили японские солдаты. Здесь были их штаб, тюрьма, кухня. Короче, все, что нужно было при военных действиях на территории Суматры. Выход, наверное. Действительно, это выход. Здесь сделали еще один бизнес. Короче, здесь как бы немножко пыльно, и людям наверху продают маски. Ну, я не знаю, конечно, за сколько это денежек, но их покупают массово. Ну, я не покупал. Меня пыль не очень-то и страшит, в принципе. Вот сейчас поднимаемся вот по такой вот лестнице обратно наверх и пойдем смотреть уже сам каньон. Короче, вот и выход из каньона, ой, из пещер. Ну что ж, мы покинули пещеры. Сейчас посмотрим вид сверху на каньон. И потом пойдем непосредственно осматривать этот самый каньон. Здесь вот есть такие вот смотровые площадочки. Букетинги. И вот это вот так выглядит каньон. Сейчас мы будем искать вход. Это очередная панама. Ой, извиняюсь, я уже заговариваюсь. Панорама каньона. Вдали виднеется гора, которая сейчас закрыта тучами. И в моих планах сейчас посетить этот каньон. Зашел в место, где представлены картины и сувениры разные. Но нам нужен сам каньон, поэтому продолжаю идти. Скорее всего, это будет выход на смотровую площадку каньона. Снова те обезьяны. Уже тогда посмотрим. Вот нам нужно вот туда. Скорее всего. Вот я уже спустился вниз и сейчас буду искать тропинку к каньону, чтобы не идти по трассе. Здесь есть и трасса основная. Можно спуститься по тропинке. Я ее уже, кажется, нашел. Сейчас посмотрим, что же собой представляет каньон внизу. Здесь для туристов проложили дорожку, правда, местами ее уже размыл. Вот здесь сделаны такие вот футуристические домики. Также здесь вроде бы и живут жители каньона. Пройдемся, посмотрим, что здесь к чему. Вот такая вот
панорама открывается. Растет рис, конечно же. И вот такой вот каньон. Вот домик. Такой вот домик. Это будет в будущем целый комплекс, я так думаю, где будут принимать туристов. Пока что здесь вот этот комплекс соседствует с жителями, которые здесь непосредственно живут. И вот такой вот вид в целом на этот каньон. Если честно, то этот каньон меня совсем не впечатлил. Может, я попал не в тот каньон, а может, с тех пор, как здесь сделались последние фотографии, он кардинально изменился. Пока что здесь ничего особо интересного нет. Ну, пройдемся, посмотрим. Сплошные рисовые терраски. Скорее всего, вот эта дорога приведет меня непосредственно к домику, но все равно дойдем до конца, посмотрим. Чтобы потом не думать, а вдруг эта дорожка вела куда-то в очень классное местечко, а? Поэтому просто дойдем и посмотрим. Ну вот, мы пришли к домику. Где живут местные жители. Походу, они здесь себе сделали вот такие вот тропиночки, по которым и ходят. Здесь есть еще вот такие вот тропиночки. Они ведут непосредственно по полю. У нас такие тоже есть. Такой вот этот каньон. Вот это сейчас не очень-то и большая речушка течет вдоль всего каньона. Проходит она между таким вот ущельем из двух гор. На том ущелье я, конечно же, не остановился и прошел сквозь него. Хочу посмотреть, что же дальше в каньоне. Вот вам подтверждение того, что я действительно прошел через этот каньон. Как оказалось, каньон довольно-таки длинный. Пройдя немного еще вдоль этого каньона, вдали я увидел вот такие вот красивые скалы. С обеих сторон каньон покрывают густые заросли тропического леса. Сейчас это, конечно же, очень маленькая речушка, но, как видно из русла, наверное, в момент, когда здесь сезон дождей, она довольно-таки здорово разливается. И масштабы этого разлива можно только представлять по дну этой маленькой речушки. Видимо, здесь бурлит грозный водопад, который также появляется только в сезон дождей. А вот вам панорама места, где сливаются две отдельные речушки. Покажу вам, как я лазаю по горной речушке.
довольно прикольный момент. Вот так развлекаются ребятишки. А я сейчас попробую другим путем выйти наверх. Вот видите, здесь они живут. Возвращаюсь домой тем же путем. Иду вот к месту, где живут именно местные, без всяких туристических достопримечательностей. И, наверное, пойду по дороге прямо. Может, там что-то интересное увижу. Вот и здесь тоже есть вот такая вот миленькая мусульманская мечеть. Она совсем маленькая, но и село здесь не слишком большое. Вот такой вот здесь въезд в это маленькое селение. Сейчас будем подниматься вот по этой трассе вверх. Вот вышел к такому вот аттракциону. Но это, конечно же, все сделано для местных. Сюда туристы вряд ли ездят. Вот так выглядит каньон с моста. А сейчас я буду подниматься вот по этой вот трассе. Вот такая вот здесь крутая дороженька вверх. А вот сейчас я иду по селению, где живут местные. И вот такая вот у них жизнь. Есть здесь уже более богатые люди, которые каким-то образом сумели заработать себе вот на такие вот дома. Ну а есть люди победнее. Туристическое место от реального отделяет буквально метры. Но это как небо и земля в то же время. Видите, на туристическом месте бегают люди, фотографируются. А здесь буквально в нескольких метрах просто живут люди. Они не замечают этих всех красот. Они живут обыденной жизнью. Сейчас я поднимаюсь обратно в Букитинги. Выхожу из этих красивых более-менее ландшафтов и возвращаюсь в обыденную жизнь Букитинга. Вот я уже на финишной прямой. Но здесь одно из тех мест, где действительно красиво. И вот, наконец, я на финишной прямой, возвращаюсь в свой отель. Кстати, я еще не показал, как он выглядит. Ну вот, здание с белыми балкончиками. Это Orchid Hotel, Wi-Fi free. Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find the light in your soul.